открывают концертную программу в День России юные щелковцы, артисты творческих коллективов городского округа. Они дарят радость в этот день жителям и гостям, всем, кто собрался в парке культуры и отдыха. Программа патриотическая, яркая, силами детских коллективов городского округа Щелково. Вечером для жителей старшего поколения запланирована ретро-площадка танцевальная, сопровождение духового оркестра театрально-концертного центра. И мы хотим сегодня подарить людям хорошее настроение, мира, добра в этот прекрасный день. С Днем России! Флаг России – государственный символ страны. Ленты с триколором гостям парка культуры и отдыха вручили студенты Щелковского колледжа, волонтеры культуры. День России – один из самых молодых и вместе с тем очень важных праздников страны. Отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. Наша страна все-таки большая, великая. Именно тем она, что единством этим, дружбой друг к другу, семейственностью. Ну, конечно, вот эти песни типа «Русского парня» и прочее, ну до слез. На самом деле сдерживать приходится, все равно улыбаться, чтобы ребята тоже, глядя на нас, могли хорошо выступить, не волновались. Поэтому, конечно, да, это всегда трогает душу. И пританцовывали, хлопали, и поднималось настроение буквально на глазах. Ребята, о любви к родине, о единстве всех народов, проживающих на русской земле, ее богатой культуре, традициях и ценностях. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.